К другим темам. Банковский сектор стал щедрее на кредиты. По данным экспертов, растут суммы самих заимствований. Это стало приятным бонусом к сниженным ставкам. Ведь именно такие изменения на рынке прогнозировали аналитики в конце прошлого года. Обещания начать новую жизнь с нового года дают себе многие. Чаще всего обещания касаются заботы о своем здоровье и физической форме. Но есть и более амбициозные цели. Например, вырасти профессионально и решить финансовые вопросы. Желание реализоваться в материальном плане, достигнуть новых финансовых показателей, стать более независимым зачастую натыкается на нехватку стартового финансового ресурса. На эту роль в Восточном банке подходят два продукта. Кредит под залог недвижимости и смарт-кошелек. По второму продукту залог не требуется. Оба продукта отличают большие суммы – до 5 миллионов в случае со смарт-кошельком и до 15 миллионов в случае с кредитом под залог. Этого достаточно даже для самых смелых проектов. Большая сумма позволяет банку устанавливать невысокие проценты и длительный срок погашения. Погашать кредиты, кстати, можно и досрочно, без каких-либо переплат. При этом хотелось бы отметить, что в Восточном банке мы предлагаем максимально удобные условия на цели, которые наши клиенты выбирают сами. Мы их в этом никак не ограничиваем. Время реализовывать свои мечты пришло. Не стоит ждать. Просто зайдите в ближайший офис Восточного банка. Константин Клещин, Артем Валевич, Новости ОТС.